Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня у нас очередная серия по игре «Последний выживший». Так, забираем здесь золото, забираем ящики. Вы спросите, почему так редко-редко выходят видео по этой именно игре? Ребята, потому что для того, чтобы здесь что-то построить, не вкладывая денег, нужно столько усилий приложить, что просто охренеть. Это вот я вам серьезно говорю. Вот я недавно только, ребята, построил себе городской центр, увеличил его до 11 уровня. Это мне пришлось сделать для того, чтобы я смог себе улучшить оружие, с которым я пойду вот на сегодняшнюю миссию. То есть это не вкладывая, ребята, денег. Если вкладывать здесь деньги, то вы можете просто-напросто оставить здесь целое состояние. Я ничего плохого не хочу сказать про эту игру, но просто разработчики, которые занимаются, это наши отечественные разработчики, молодые ребята, слишком высоко загнули планку, вот на мой счет. Поэтому хорошо хоть здесь как-то можно заработать золото, не вкладывая денег, в плане того, что, ну, как в ежедневках, просто заходишь и собираешь мало, но хоть что-то, ребята. Конечно, на крупные покупки, естественно, тебе этих денег не хватит, которые здесь стоят по 1000, по 500 голды, ну, на мелкие такие вполне. И вот, и либо, как говорится, развивай свою базу долго и муторно, все здесь очень много, ребята, зависит от горючки. Вот чтобы следующее мне сделать, да, смотрим, ребят, что мне нужно будет. Мне нужно будет прокачать танкер до 9 уровня. Танкер это вот. Смотрим, сколько мне нужно. 7290. Потом я сделаю улучшение. Потом наверняка здесь надо будет, хрен знает, наверное, 1013 горючки. Для того, чтобы горючка у меня помещалась, мне придется накопить нефтяную вышку, чтобы она больше хранила. Короче, тут все это очень долго и медленно. Но, тем не менее, как я, ребята, успеваю все здесь сделать, отстроить и подготавливаю серию к выходу, естественно, сразу же начинаем ее снимать. Поэтому сегодня мы с вами отправляемся на миссию, вот на эту. Называется она «Рассвет нового мира». Похоже, вами заинтересовалась республика. Ну вот, только этого нам не хватало. Как видите, у меня в руках, ребята, дробаш. Улучшить я его не могу, только лишь по одной причине, что у меня не хватает денег. Так-то, конечно, я могу здесь. Но, тем не менее, ребята, мы с вами сегодня пойдем и посмотрим, что же это все-таки у нас за уровень. Поехали. Тратим 3 помидора или яблочко, я не знаю. По-моему, это помидоры все-таки. Так, республика отправляет рекрутов в Апалачи сражаться с форестерами. Те, кто пережил эти смертельные учения, берут в спецназ. Фух. У нас гости. Только что приземлился вертолет НИР. И их солдаты уже повсюду. Ох ты, ребята, вы поняли. Смотрите, кто впереди. Далеко не зомби уже, а спецвойска. Воздушные демоны. Это вы? Вы их сюда привели? Это наверняка Салливан. Он сообщил НИР, где мы. Как еще они могли об этом узнать? Стой. Может, они просто осматриваются и не собираются с нами сражаться? Тихо. Да вот я как-то сомневаюсь. Оу-оу-оу-оу-оу, тихонько. Слушайте, ребята, смотрите тут, как уже сделано. Ха-ха, я могу. А он идет ко мне, и он идет ко мне. Засекли. Что там, блин, просмотрел, ребята? Погоди, там можно было что-то мне показали, значок что ли показать, или что-то в этом роде? Что это такое? А, в укрытие, все, понял. Дай-ка я бочку он тут взорву. Ага, взорвешь ты ее. Ребят, тут надо в укрытие нафиг прятаться постоянно. Ух ты, ты какой красавец-то. С лазерным прицелом он пришел тут ко мне. А как мне того-то, как мне того-то зашибить, а? Есть, ребята, есть у меня одна затея. Блин, живой гад. Давай влази. На, на, блин. Так, у меня 5 аптечек. Готов? Или не готов? Блин, да что ж за такой вояка? Только не говорите, что победа была. Салливан, где тебя носило? Тут кругом солдаты республики.
Итак, вам удалось продержаться без моей помощи. Возможно, я вас слегка недооценивал. Ребят, мы получили с вами баксы, которые мне не хватало для того, чтобы улучшить оружие. Ну, я думаю, что сейчас мне скажут: братан, у тебя опять не хватает силы оружия. Естественно, ребят, естественно. Делитесь промокодами прямо с друзьями, получить код. И что? Я получу... Так, введите, чтобы получить награду. Скопировать. Введите код. Промокод неси... А как? Ну-ка. Скопировать. Так, подожди, а... Не знаю, ребят, как тут делать, блин. Окей. А вот сюда вот я не смогу ввести. Промокод недействителен. Короче, ребята, вот этот вот промокод. Я не знаю, как его вообще скопировать. Поделитесь кодом в группе в Фейсбуке и получайте больше призов. В общем, ребят, я не понял, как его туда выставлять. Вышел на Фейсбук, нигде там нету вставить. Короче, пролетело, короче. Так, ну что, смотрим, что у нас здесь. Нам не хватает, как обычно, да? Силы оружия, что ли? А, вот здесь вот. Так, не хватает. Нужно 535. Давай посмотрим, что у нас тут получается. Плюс 8, это будет у нас 496. То есть придется еще здесь попыхтеть, ребят. Улучшить. Так, следующий дает еще плюс 10. Это вот у нас темп стрельбы. То есть, соответственно, мне опять не хватает денег. Тут 20 минут. В общем, ребята, мне надо будет зарабатывать деньги. Улучшить свою вот эту вот винтовочку, свой вот этот автомат. И, соответственно, мы с вами уже увидимся в следующей серии. Да, как раз к следующей серии, наверное, я это успею. Или если я успею в ближайшие сроки, то, соответственно... Продолжим тогда с вами играть в эту игру. Ну что ж, друзья, пока у меня есть силы и есть питание, я решил все-таки снять, знаете что, как я зарабатываю эти самые денежки. Да, да. Сейчас вначале мы заберем здесь бесплатный сундучок, посмотрим, что нам выпадет из него. Ну, так, Зоя Биллингсли. Конечно, мы забираем. Доступен новый выживший. Да неужели, ребята? Я накопил еще на одного выжившего. Так, это у нас защитник. Почитаем. Зоя Биллингсли стала одной из первых англиканских женщин-епископов. После эпидемии она поселилась на севере штата Нью-Йорк и занялась спасением беженцев от республики и конфедератов. Способности: увеличивают очки здоровья башни на 30%, увеличивает урон башни на 10%. Нанять. Так, ох, я ее могу еще и поставить. Так, нанять. Так, пулеметная башня уровня 5. Давай-ка будешь у меня там стоять. А что, прикольно, ребята? Так, ну а мы с вами, ребятушки, отправляемся на заработок бабла. Фух. Так, ну что, идем в компанию, выбираем с вами. Слушайте, я бегаю с дробовиком, но здесь вот в последней миссии, которую я прошел за кадром, с двумя левиафанами, это, конечно, было очень жестко, но я победил. Что-то больше я не хочу это переносить, поэтому давайте вот сюда вот с вами перейдем. В данный момент у меня 1727 голды, заработаем еще 710, в общем, поехали. Главное, чтобы у нас хватило закуски на все это дело. Ух, бейте по голове перед тем, как он ударит. Это собьет его с ног и заставит отступить. Ага, вся проблема в том, что попробую в него попасть. Во время прыжка, блин. Почему-то постоянно, ну, кончаются патроны. Так, ладно, что у нас здесь? Кто, где? Убейте всех врагов, понял? Ну, давай, 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 давай. Так, перезарядка, ребят. О-о-о-о-о, со всех щелей лезут. Кто там ползет? Фу, мне показалось, что там подрыватель идет. Но нет. Слушайте, что-то здесь
Как-то больно все простенько. Вам не кажется? Прыгун! Где он? Вон он. Вон он, прыгун. Подбил я его, да? Нет? Да откуда же вы прямо из-под ног-то влазите, эй, гады? Бегуны, естественно, ребят, естественно, здесь очень быстро у меня заканчиваются патроны, как вы заметили. А врагов-то, черт подери, сколько много. Я, конечно, понимаю, что лучше делать хедшоты, но... Попробуй, блин, попасть. Еще такое прицеливание, знаете, нестандартное, ребят. Мне приходится мышкой водить, но вожу я не саму цель, а самого персонажа направляю, понимаете? Не нравится мне это. Сейчас кто-то будет. Или еще прыгун. Да сколько у вас там, ёпрсты, эй! Ну, подкосил. Да, наконец-то. Ёлки-палки, хоть один прыгун был. Если бы их было бы два, появилось бы, я боюсь, меня бы здесь расколбасили. Но с одним как-то еще справились. А тут бывает, знаете, как два прыгуна и плюс еще орда зомбарей, которые тем более бегут. Попробуй на это все среагировать. Ну что, мы с вами накопили еще денежек на то, чтобы могли улучшить с вами вот эту вот свою винтовку. Так, нам надо, наверное, лучше сделать... Давайте перезарядку, наверное, улучшим, да? Это сколько у нас? Сейчас, ребята, еще время подойдет. Ага, смотрим, сколько? 496. Слушайте, я даже боюсь, что у нас не хватит. Я, конечно, накоплю еще вот на магазин. Я накоплю еще на множитель. Сколько нужно? Здесь 200 и здесь 2300. Но одно дело сказать накоплю, а другое дело накопить. Потому что за каждый поход нам нужно с вами яблочки. Два яблока за одну вылазку. Сами видели, с одной вылазки я зарабатываю по 760 баксов, 760 долларов. То есть мне тут надо очень много бегать, бродить. Я вряд ли, конечно, успею все это сегодня сделать, замутить рейд на базу. Ну да, конечно, загрузка. Почему все время сбрасывает, я ума не приложу. Ну сейчас она загрузится, это, конечно, понятно все. И что у нас здесь? Найти оппонента. Ну, предположим, что мы с вами можем отсюда выиграть. Естественно, будет в основном горючка. Горючка и ящики. Охренеть, у них тут у всех уже базы. Ну-ка, давай-ка следующего оппонента глянем. Да. До зубов просто вооружены. Слушай, может быть, рискнуть, ребята, а? Давайте рискнем. Один полет, как говорится, сделаем. Я думаю, что нам не помешает. Вообще, мы можем сделать с вами до 4 вылетов. Так что... Вот так вот, в принципе, тоже можно, ребята, зарабатывать горючку. Так, ну что, погнали. Если честно, ребят, я забыл, какая кнопка у меня отвечает за ракетницу. Кажется, вспомнил. Смотри, что делает, а? Донаты получи. Ой, это что такое сейчас? Это в меня током сейчас бомбило. Ну, единственное, что меня радует, ребята, это то, что я себе развил, раскачал пулемет, раскачал вообще сам по себе вертолет. Так что... Боюсь, сейчас у нас будет перегрев, ребята. Ракет, что ли, нету? Ёлки-палки, вот это обстрел, ребят. С последней игры на вертолете здесь очень стало жестко. Фух. Погнали. Что, опять, что ли? Ё-моё, да сколько же вас... Снесли. У меня уже вертолет, блин, ребят, дымится. Можем не дожить. Все, давай уничтожать все, что здесь видим. Перегрев, я так и понял, ребята, перегрев. И ракет у меня нету, вы представляете? И ракеты закончились, ё-моё. Городской центр просто невозможно подбить.
Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, перегрев. Где ракеты эти? Я не вижу ни черта. Все кровью залито. О-хо-хо-хо-хо. Да, ребята, это вообще жесть какая-то. И как? И как я должен здесь зарабатывать? Раньше, помню, прилетел, там 5-6 башен подбил, и все, и нормально. Улучшение завершено. Ага, понятно, спасибо. Так, ну давай попробуем еще, ребята, оппонента найти. Офигеть. Давай следующего попробуем. Так, третьего уровня. Второго. Блин. Дайте какому-нибудь не очень-то прокачанного. Чего вы мне даете-то всех каких-то, я не знаю, блин. Какого? Четвертого, пятого? Это вообще смерти подобно. Шестого уровня. Ё-моё. О, ребятули. Восьмого. Я могу только сказать одно, что здесь просто тебя зашкварят, даже не спросят, кто ты, как ты, с чем тебе едят. Так, давай вот здесь попробуем. Еще более-менее тут первого уровня, второго, третьего. Да, тут надо покупать, скорее всего, ребята, новый вертолет. Вот что я вам скажу. А не улучшать вот это свое старое корыто. Ну, для того, чтобы купить вертолет, нужно, знаете, сколько ресурсов, сколько денег. По-моему, он вообще покупается за донат. Могу ошибаться, конечно, но... Так. Надо вот эту фигню в первую очередь, ребята, сносить. Почему именно ее? Потому что она... лечит. Она лечит турели, ребят. Да что ж такое-то? Просто непрекращаемый, ребята, огонь. Ну, естественно, перегрев, конечно же. Получи. Отлично. Двигаемся далее. Уже полздоровья нет, ребята. Уже просто, просто в хлам. Ой-ой-ой-ой-ой. И ракеты почему-то не могу сбить. Их не сбивают. Они не сбиваются, ребят. Так, ладно. Сколько у меня там? 5000 хп этого. Мало. Тут еще одна. Блин. Да ж ты выстрелил-то, а, Рэй? Ну и что я тут сделаю с тысячей, с этой? Здоровье я имею в виду. Да ничего. Да какой там перегрев, блин? А, у меня ракет больше нет. Думаю, что за такой за звук-то? А ракет больше нету. Да, ребят, вот вам и результат. Вот вам и результат. Рейд провален. Геть. Да. Так что помимо того, что, как говорится, основную сюжетку проходить, попробуй-ка еще здесь повоюй. Так, ну что, мы тут с вами немножко насобирали. Капельку совсем, да? Денег. Денег вообще у нас мало. Еды тоже мало. Ну что, давайте попробуем. Так, дайте-ка вначале глянуть, сколько нам еще примерно нужно для улучшения. Так. Это сейчас вот это вот все доделается. 506 будет, да? Значит, если мы сделаем... Тут 9 дает. Тут 10. Это будет 516 плюс 9. Нам не хватит, ребята. Нам не хватит. Нам придется делать городской центр 12 уровня. Для того, чтобы мы дальше могли сделать улучшение для своего автомата. Офигеть. Ну ладно, давайте потратим с вами всю еду. Как говорится, на этих зомбиках. Давай-ка пойдем прогуляемся, ребят, с дробовичком. На перевес. Буквально еще две вылазки мы с вами сможем сделать. Ух, а потом я не знаю, насколько мы пропадем. Когда я все это улучшу, 12 уровня, получу себе городской центр. Потом улучшить себе винтовку надо.
Нет, здесь, конечно, можно все немножко другим способом, ребята. ПВП. Надо ПВПшиться, но это очень и очень, ребята, много отнимает времени. Очень много. У меня нет такой возможности зависать сутками в этих ПВП-боях, чтобы что-то себе заработать. Приближается прыгун. Вот для обреза прыгун здесь совсем нехорошо, ребят, совсем. Почему? Сейчас узнаете. Так, давай, я его ловлю, ребят, я его должен поймать. Иди отсюда. Попал, да? Попал. Только не говорите, что еще один, да, ребят? Еще один прыгун появился. Вон он, гад, прыгает. Наслаждается жизнью. Еще, что ли, одного прыгуна запустили? Да, ребят, они еще одного прыгуна запустили. Будем ловить. Ну, прыгай давай. Ну, давай, я жду, жду, когда ты там прыгнешь. На. Иди отсюда. Че, по-моему, последние, ребята, враги, да. Мы с вами здесь справились. Фух, получаем 720 плюс 25, 745 долларов плюс 855 коробок. Не густо, конечно, но все-таки хоть что-то. Блин, самое, конечно, обидное, это вот то, что нам не хватит. Улучшение завершено, понял. Так. Подожди, какая требуемая сила? Нам нужно вот здесь. Хотя, подожди, ребята, возможно, нам хватит. Если плюс 10 еще, да, это вот сюда, я так понимаю, это будет 526, 526 плюс 9, 535 как раз получится. Но я лучше сделаю не множитель, а все-таки магазин. Здесь тогда... А, нет, ребят, нет. Это получится, что вот с этим будет 526, если я улучшу магазин, да, себе? Или как тут, я не пойму. В общем, пока у нас, ребята, есть 9 минут и есть еще еда, я пойду сделаю еще один заходик. Я думаю, никто не будет против, да? Деньги все равно нам пригодятся. Потом сделаем небольшой перерывчик, подождем, когда у нас все это улучшится. Втюхаем бабло, если нам хватит денег на следующую миссию. Не денег, а улучшения. То есть мы успеем улучшить свое оружие. Конечно же, мы обязательно снимем, как я пойду в следующий. Тем более там такой уровень будет, по-моему, искать какой-то ценный груз. Так. Подрывник, да? Подрывник, ребята, идет. Да чтоб тебе... Да куда ты, ага. Подрывник, ребята. Давай пузяку ему прострелим. Готов. Эй-э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 й! Так. Кто здесь? Кто здесь будет? Перезарядимся. Бегуны, да? Ага, со всех щелей. Так, отлично. Эй, мертвячка вылезла. Ну, давай, 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 иди сюда. Отлично, ну этот уровень, ребята, в разы легкий по сравнению с теми, что были. И это меня радует. Так, ну что я могу сказать, что, по-моему, у нас с едой вообще полный Алис. Да, одно яблочко. Восстановить еду. Нет уж, спасибо большое. Я хочу глянуть, неужели у меня на ферме не выросло ничего. Пока нет. Пока ничего у меня нету. Поставил я фабрику улучшаться, ребята. Так, новое задание. Какое новое задание? Материалист. Заберите материалы с фабрики. Кража материалов. Украсть 1000 материалов. Ага. И меткий стрелок. Но это ПВП. Что, ребят, хотите заглянуть, что такое ПВП? Ну, тут надо подождать загрузки. Не понимаю. Каждый раз они будут мне при обновлении вот это вот все загружать. Так, ладно, сделаем, ребят, небольшую паузу. Увидимся попозже маленько. Ну что же, как мы видим, у меня все обновилось, ребята. Так, и я думаю, что надо нам сходить. Единственное, что пойдем соло. Давайте соло сходим. В паре с кем-то идти, знаете, достанется тебе какой-нибудь дурачок. И мучайся потом с ним. Так, лобби найдено, поиск оппонентов. Давайте, ищите мне оппонента. Я пойду разомну свои косточки.
Yeah, dead match. Так, я 25 ранг, он 24 имеет. У него вот такая вот винтовочка. Он меня круче по рангу-то, ребята. Вы станете легкой добычей для врагов, если будете. Да это я понял, это обучение. Зачем вы мне все время это обучение показываете? Давай, иди сюда, говнюк. Немножко лопухнулся. Ёпрста, я что, с этой винтовкой, что ли? Для меня это нежданчик, ребята. Хотя эта винтовка на самом деле крута. Оу, вот это да. Да я понял, иди ты в баню. Обучает меня еще чему-то. Где он? Мне нужно его найти. Где-то здесь прыгай, да? Давай, выходи. Наверх пошел, что ли, опять, да? Хе-хе-хе. Лузер. Так, а мне, ребята, тоже нужно. Так, секунду, ребята. И я подкреплюсь. Ну где ты там, сыч? Да я просто, почему я не могу попасть-то по нему? Что за фигня-то? Дай-ка я возьму, ребята, УЗИ. Давай, вылази, говнюк. Е. Разнес в хлам. Ну давай, давай, давай. Отлично, победа за мной. Да выёжился, а? Будет знать, как с Рэйм связываться. Так, ну что тут у нас? 50 монет. А, 50 очков турнира. Естественно, заберу. Не дарить же их. Так, ну что? Набор турнира ПВП. Не надо мне набор турнира ПВП. Ну что, может быть, теперь в паре сыграем с кем-нибудь? Попробуем, ребята. Ну, я еще раз говорю, если достанется тебе какой-нибудь дурачок, который там не прячется, стреляет абы как и абы куда, то, естественно, это заведомо провальный будет матч. Ну, а если прошаренный, да еще если прокачанный, это будет хорошо. Так, ну что, лобби мы с вами нашли. Идет у нас поиск оппонентов. Мне достался Маглан 23. О, я тут Грей. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая винтовочка-то у него здесь. И ранги тут 80-е. А почему такие ранги, блин, дают высокие по сравнению с нами? Да иди ты в баню со своим обучением гребаным. Офигеть, ребята. Так, надо УЗИ ставить. Смотри, 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 смотри. Е, молодец, молодец. Чувак шарит. Давай, влази. Ну, вылези, блин. Не хочет. Вот этого надо подбить, ребята, по любасику. У него здоровья мало, поэтому я его должен накрыть. Ну? Черт, есть один вариант, ребят. Здорово, дурали. Блин! Черт, он подобрал, он быстрее меня подобрал, ребят. Груз. Опа, опа, опа. Так, вдвоем нельзя стоять на одной точке, это чревато. Слушай, ну парень-то жжет покруче, чем я даже. Куда ты пришел со мной в одну точку, блин? Не стой вообще рядом со мной, блин. Потому что если граната прилетит, оба упадем. Е, молодец, круто сделал. Мы ведем, ребята. Хе-хе-хе. Бочка, взрываем. Ай, меня накрыли, ребята. Невезуха. Да сдохни, е. Так, вон того берем в разработку. Нет, надо, ребята, сбегать за ящиком. Я не знаю, что там. Куда бежишь? Ладно, хрен с ним. Взорвали чувака. Ну иди сюда, пентюх.
Блин, завалил, гад. У него там здоровья мало, я смотрю, да, ребята? Я попробую его... Я ему отомстил. Я ему отомстил. Так, ящики вижу. Пошел за ящиком, ребята. Я пошел за ящиком. Давай, спускайся ты. А, подловили, гады. А что я там взял-то, я так и не понял, ребят. Даже не увидел, если честно. И готов. Хлопчик. Ну, ребята, мы победили. Ну, конечно, я в этом раунде ложанулся. Сколько? 4 смерти, по-моему, да, было? Тот парнишка, конечно, молодец. Маглан, я имею в виду. Неплохо сработал. Мне понравилось. Так, забираем награды. И что? Посмотрим, ребята, на... сделался ли... Что такое? Ага, завершение улучшилось. То есть, улучшение завершено. Так, давай посмотрим, сколько нам... О, яблочко. Так, сколько нам еще нужно для улучшения? Смотрим, ребят. Для того, чтобы перейти на этот уровень, нам нужно с вами улучшить... Слушайте, еще одно улучшение. И это круто. Соответственно, я буду сейчас магазин пропивать. Для этого нам нужно, ребята, сходить на бойню. На бойню с зомбарями. Заработать маленько денег. Абсолютно одинаковая сумма. 730-730. Кстати, вот здесь можно бесконечно, ребята. По-моему, а, нет, яблоки тратятся тоже. Ладно, я пойду, наверное, вот сюда. Поехали. Немножко пошалим. Ух. Мертвецкий город. Игра на Хэллоуин. Да все уже поздно. Хэллоуин закончился давным-давно. Мертвецкий город. У нас свой тут мертвецкий город. Да, ребята? Не нравится мне вот этот звук. Ух, ёкалмэн. Вы издеваетесь. Вы что, специально так делаете, а? Хе-хе-хе-хе. Ну? Да, бинго. Да ладно, левик, левик, ребята, там левиафан. Да ну, хорош. Я же его не пробью, гада этого. Давай черепуху свою открывай. Так, подрывники идут. Это что, уровень, блин, с боссами, что ли? Я не могу понять. Ух, ребята. Это было круто. В первый раз вижу, чтобы был уровень чисто состоящий из боссов. Так, ну что, мы с вами заработали приличную сумму, поэтому мне как раз хватит, ребята, проапать последний, так скажем, ингредиент. Так. Подожди, только не дробовик. Не надо мне дробовик улучшать. Мне нужно... Вот, узик, узик мой. И это мы с вами сделаем, наверное, все-таки магазин. Да, магазин. Улучшить. Ну что, ребят, нам остается только лишь подождать 20 минуточек. И мы с вами отправимся на очередную миссию. Так что увидимся с вами чутка позже. Ну что ж, дорогие мои друзья, вроде бы как все у нас закончилось последнее приготовление к тому, чтобы мы отправились с вами на новую локацию. О, еще один ящик доступен. Давайте-ка, ребятушки, вскроем, посмотрим. Так, секунду, где он? Эй-эй-эй-эй-эй, не то, не то. Куда это вы меня отправляете? Вот же он, родной. Так, и что нам выпадет? Как же долго, а? О, мачете, 3 штуки, это хорошо, ребята. Ну что ж, давайте убедимся лично. Блин, вам не кажется, что как-то громковато, нет? Я думаю, вот так вот будет, наверное, в самый раз. Так, ну что, ребятули, давайте проверим, все ли у нас действительно готово. Да, именно так и есть. Ух, красота. Сейчас будем отгребать, по-моему, по полной программе мы с вами звездюлей. Кстати, я еще даже могу множитель улучшить, смотрите-ка. И мне хватит. Так, ладно, поехали. У нас с вами вертолет исправен. Бойцы НИР пытаются забрать груз. Остановите их. Ну, я надеюсь, что у меня получится. Хотя большие сомнения почему-то берут.
Фух. Собрались, пальчики размяли. И вперед, ребята. У героев есть способности, которые помогут выиграть самые сложные миссии. Не видел никаких способностей, не надо свистеть. На кормовую посадочную площадку приземлился вертолет НИР. Уничтожьте всех республиканцев, говорит нам Рик Салливан. Оу, да это же что-то типа тира у нас, да? Поехали. Куда, куда, куда? Тихо, тихо, тихо. Ай, запалился, ребята. Оп. Слушай, они бестолчи какие-то. Или нет? Да нет, бестолчи. Да пошел ты. Будет мне еще тут шутковать. Слушай, ребята, вон те вон олухи, надо их маленечко проучить. Пошла. А, хорошо. Тра-та-та-та-та-та-та-там. Не уничтожил. Минус. 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 И жирный-жирный минус сейчас будет. Так, где он? Вот он. Слушайте, оу, только не с гранатометом. Не надо, парень. Я ж пошутил. Че ты так воспринимаешь-то все серьезно? Прибежал, сейчас бы звезданул бы сюда мне. Слушайте, а ящики эти не разбиваются. Готов. Так, где еще? Вон он, вон он, вон он, вон он. Слушай, их что тут? Бесконечно? Да, ребята, мы отбили вертолет. Отлично, этот последний был. Все мертвы, убедитесь, что они правда мертвы. У некоторых тяжелая броня. Слушайте, неплохо нам дали бабла за эту миссию. 2600, я могу, знаете, что сделать, ребят? Я могу улучшить себе оружие. Так, квест завершен. Даже две штуки завершили. Давайте, ребята, мы заберем здесь еще 660 бакинских. И в достижение. О, 10 голды мне подогнали. И гранату. Шикарно. Так, ну что, ребята, у нас должна будет следующая миссия быть. Сейчас мы посмотрим, что для нее нам нужно будет. 508, а нужно 577. Даже если мы здесь десятка и здесь, это будет 28. Короче, получается у нас 530. Нам нужно еще, ребята, 47 очков. Где их взять, ума не приложу. Но, чтобы улучшение пошло дальше, нам нужно городской центр 12 уровня. В принципе, ребята, мы, наверное, к этому будем стремиться. Я буду устроить себе городской центр 12 уровня. Для этого нам нужно, естественно, построить, улучшить танкер. Танкер я улучшу в ближайшее время. Потом, конечно же, базу и... Надеюсь, мы через недельку, через другую с вами увидимся. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.